Полицейские возбудили уголовное дело по факту нецелевого расходования средств фирмы и застройщика. Как установили следователи, владелец строительной компании в течение нескольких лет заключил более 260 договоров долевого участия в строительстве многоквартирных домов в Октябрьском районе Красноярска. Установленные сроки многоэтажки сданы не были. По заявлениям от потерпевших дольщиков прошли проверки. Разница между привлеченными и использованными на строительство деньгами составила почти 62 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Она предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы. Также в Главном управлении МВД России по краю отметили, что сейчас проводится расследование ряда уголовных дел, связанных с недобросовестными застройщиками. Общая сумма ущерба превышает 1 миллиард рублей. Сейчас складывается такая ситуация, когда по некоторым мошенническим действиям уже возбуждены уголовные дела. При этом многие граждане, которые вкладывали свои деньги, об этом не знают. Мы обращаем особое внимание потерпевших дольщиков в обязательном порядке обращаться в органы внутренних дел для того, чтобы потом через суд взыскивать с недобросовестных строителей деньги, которые они вложили.